Привет всем. Очередная посылка из Китая пришла. Забрал только что с почты. Давайте посмотрим, что можно заказывать в Китае. И на китайских сайтах. Что-то упакованное в пенопласт. Это опять не мужские покупки. Это бижутерия. Достану, покажу, как это выглядит. Так, вот такого вида колечко тоже с цветочком. Ссылочка, где покупалось, это будет в описании. Будут вопросы, можете оставлять их в комментариях. Ставьте лайки. На этом все, пока.